Да пребудет с нами сила, блядь. Кто вы? Кто вы? Кто вы такие? Я вас не знаю. Люди. Я один в комнате. Твоя бумага. Ну, попытка новая была. Тима с эксонами, походу.
пацаном-то? Я в шоке нахуй.
Может, похолодим чуть-чуть, прям тут. Я не шарю, конечно, но... Ну, это как-то странно. Да как они заебали нахуй со своими дробовиками, блин. Один лоб. Нас на базе. За окном был. Тут по виндову. Left, left, yellow, left. Nice comeback. Green, can you sell your gun? I can drop one. Yellow the same. You can sell your gun, I can buy you buy grenades. Move it! Well, I can buy you a gun if you sell it. А вот смысл вот игнорировать и не продавать оружие, а просто убежать с вашим говном вместо полного закупа. Скажите, пожалуйста. Я походу недалекий. Расскажите. Минута 15 секунд. Что ты делаешь? Я вас жду. Прикольно. Ну. Дождешься. А вы чё ждёте? Чё-то какого-нибудь. Рассказывать не будете, да? В чём тайна-то? Ау. Умники. Ау. Расскажете, не? Что рассказываете? Что значит, что рассказываете? Почему вы не продаёте ваше оружие и не делаете полный закуп? Я тебя боюсь. Да зачисться, блядь, и поиграть. Ау.
А у вас какая справка, ребят? Какая справка? Ну серьезно, у вас какие болячки? Расскажите. У меня сколиоз. А чё? А у остальных что? У меня экстралия. Что, прости, не расслышал? Нарушение ритма сердца, справка и встает. Нет, я наименование не расслышал. Как ты это назвал? Аритмия? Блять. Да. Нет, ты что-то другое сказал, нет? Экстрасталия. Так понятнее? Экзестелия. Экзестелия, да. Все правильно, молодец. Возьми с полки пирожок. Нет, не очень понятно сейчас. Ну, блядь. А вы знакомы в реале, да? Так, а какой смысл был нахуй делать эко, если это был последний раунд? Или в чем твой доёб, я не могу понять просто. Ну, потому что вы умники решили полностью закуп не делать, так как у вас меня проигнорировать, хотя у меня 8800 долларов, и побежать и умереть. Я мог бы вам скинуть оружие, вы бы могли купить и броню, и гранаты полностью, и любые оружия у каждого могли быть, которые... Бля, завали, пожалуйста, вообще непонятно, что ты говоришь. Синий вообще с дробовиком побежал. Зачем? Вот зачем ты побежал с дробовиком? Сука, ни слова не понимаю. У нас же было 8 тысяч. 8 тысяч. Тебе любое оружие могли купить. Ну тише, блядь. А дробовик не оружие? Окна ласт. А кто вас спонсирует, ребят? Твой папа. Иди, спасибо, блядь. Кстати, ему. А на каких основаниях он это делает? Спроси у него, мы ебем. Не, ну а сколько в месяц? Или какая там вас? Ну, как все обстоит-то? Он говорит, что, блин, эти деньги я мог отдать на лечение своего сына, но... Держи, не знаю, пожалуйста, мне ежемесячная компенсация приходит какая-то, хуй пойми, 315 рублей, походу он скидывает. А, да, кстати, я думал, что за деньги? И как вы друг друга нашли? В этой прекрасной, замечательной игре. Ага, а на какой карте? Просто он мне об этом никогда не говорил, я играю еще. Вот этот семейный тайна рассказывает всякие. Мне интересно. А вы знаете? Чё, знаете, чё? Сколько мне лет? 15. А вы с моим отцом это не обсуждали? Зачем? Ну так все же бизнес, не знаю. Или как? Или как у вас вообще прошел разговор? Расскажите. Блять, хватит пердить микрофон. Бля, очень тяжело слушать. Это битбокс, не понимаешь? Let's go. Битбокс. Битбокс не решение, а самое выражение. Ай, не зли. А вы прикидываетесь или вы реально такие? Это, так сказать, финальный вопрос. Я просто не специально, серьезно, если вы реально такие, я просто начну молчать и все. Потому что я не профессионал. Там никто не просил разговаривать. Не-не-не, ну вы реально такие, да? Зимой и летом одним цветом. Вы такие вот, да? Я какой-то удобный. Все, хорошо. Записал. Наслаждайтесь игрой. Записать в тетрадочку. Ты стул. Блин, надоело быть стулом. Доказал, что не терпела.
конфа. Он забрал. Бибиженка. Ты охраняешь, да? Дай дроп, зайчик. Зайчик. Зайчик, дай дроп. Зайчик. Мяу-мяу. Хочешь помручить ее в дискордике? Это опасно. У тебя такая поза. Мы с тобой тут будем. Теперь друзья зависаем. Дай не бить. Никогда не думал о сапуку, блядь. О чем? Ну, сапуку. Харакири, блядь. А, ты ему? Я не могла с ним общаться. Пусть я себя скрою, то будет радоваться. Ребят, подписывайтесь на Twitch и YouTube. На Twitch? И YouTube. Я это выложу на YouTube. Примешь его, Валерон? Дай, пожалуйста, только ссылку. А такое же имя, как у меня. Я себе харакири покажу. Если я узнаю. Я за игру, ребят. Спасибо. Спасибо. Сори.